Всем привет! С вами Стив Про, и сегодня, друзья, я отвечу на самые часто задаваемые вопросы. Ну что ж, во-первых, самый часто задаваемый вопрос, друзья, где скачать ту иную карту или мод, друзья, может быть даже шейдер пак, ну или что-то еще. Но, друзья, если кто-то не знает, то я всегда оставляю ссылки на эти моды, текстуру паки, шейдеры, разные карты и многое другое. Все я оставляю в описании, поэтому залазьте в описание, и вы там увидите определенную стрелочку, которая указывает на скачивание этого мода, друзья. Но иногда очень редко я забываю оставлять ссылку. Поэтому многие мне пишут комментарии. Я сразу читаю эти комментарии, после чего я сразу начинаю оставлять ваши ссылки, друзья. Но ссылку я, конечно, оставляю в Яндекс.Диске. Поэтому у многих возникает второй вопрос. Как скачать с Яндекс.Диска, друзья? Ну, скачать это довольно легко. Я не знаю, друзья. Ну, да, я согласен. С обычного браузера возникает один баг. И, друзья, из CS-проводника тоже возникает баг. Я не знаю, почему так, но на Яндекс.Диске именно так. Поэтому вам придется, друзья, скачать Google Chrome. И на компьютере должен быть Google Chrome. Хотя из Mozilla, друзья, там тоже все качает. То есть в компьютере никаких загвоздок нет. Но если вы пользуетесь на телефоне, то вам придется скачать Google Chrome. После чего вы сможете скачивать совершенно любые файлы с Яндекс.Диска без всяких ли проблем, друзья. Ну а третий вопрос, опять же, часто задаваемый, ответь, пожалуйста, друзья. Если вы напишете это в Ютубе, то я вряд ли вам отвечу, потому что я могу прочитать ваш комментарий, после чего забыть. Поэтому лучше пишите такие вопросы, друзья, ВКонтакте. Опять же, если написали свой вопрос, и я не ответил в течение дня, или, можно сказать, на следующий день я тоже не ответил, то пишите повторно, потому что я могу прочитать ваши сообщения. И, друзья, забыть совершенно, как у обычного человека, такое бывает. Ну, а четвертый вопрос, скинь свою карту, на которой я снимаю, друзья. Это плоская карта. Карта, плоская деревня, и вы можете найти у меня видео, друзья. Она где-то на 5-й, может, на 7-й странице, поэтому не надо кидать такие вопросы, потому что обзор на эту карту уже давно был. 5-й вопрос, друзья. Сделай обзор того или иного мода. Ну и перед тем, как задавать такой вопрос, конечно, полазите по моему каналу, повбивайте в поиске, друзья, есть ли такой мод. Если такого мода нет, то, опять же, можно писать в Ютубе, ну что маловероятно, я отвечу. То лучше пишите, друзья, конечно, ВКонтакте. Я сразу сделаю обзор на этот мод, если вы скинете ссылку, друзья. Ну и, опять же, часто задаваемый вопрос. Где-то 50% аудитории задают такой вопрос. Сколько же мне лет, друзья? Я отвечу, что мне 14 лет. Ну, могу сказать 14,5 лет, потому что через... Друзья, сейчас я почитаю, через сколько, ровно через 5 месяцев мне уже будет 15 лет, поэтому я могу сказать, что мне 14,6 лет, ну где-то так, потому что вы понимаете, что 7 месяцев я уже прожил и 5 месяцев осталось до своей, друзья, днюхи, да. Ну, как-то так, я ответил, наверное, самые задаваемые вопросы, но есть, конечно, еще вопросы, но они задаются очень-очень редко. Ну что ж, надеюсь... Я ответил, друзья, и правда, на многие вопросы, которых интересовались многие. Ну, на этом все. Конечно, не забывайте ставить лайки. А также, друзья, если кому-то не нравится, то дизлайки. Ну, дизлайки ставят, конечно, хейтеры, но я не Ферамир, друзья. Я не знаю, что вы заладили Ферамиром. Ферамир вроде хороший парень. Но то, что он творит в последних видео, уже всех очень сильно бесит, друзья. Но я не буду заводиться этим вопросом. Ну и что хочу сказать напоследок. Конечно, подписывайтесь на канал. И, друзья, и опять же, не забывайте ставить лайки.